Большому торжеству почетные гости. Труженица тыла, ветеран ПНТЗ Мавра Галактионова отмечает 90-летие. Поздравить виновницу торжества пришли известные первоуральцы. За чашкой чая и просмотром семейного альбома юбиляр рассказала, в чем секрет ее долголетия. Виновница торжества встречает почетных гостей. Поздравить Мавру Тимофеевну с 90-летием пришли начальник управления социальной политики и глава Первоуральска. Желаю вам крепкого здоровья. Спасибо за ваш вклад в развитие вообще города. Вы долго трудились на Новотрубном заводе. На Новотрубном заводе Мавра Галактионова работала в годы Великой Отечественной войны. Приехала в Первоуральск в 44-м и устроилась по специальности заточника-шлифовальщика. Тогда ей было всего 16. Спустя годы труженица тыла делится самыми яркими воспоминаниями. Я вот в ночь тогда работала. И в 6 утра объявили по радио там. Передали в цех. Вот это самое запомнилось, как мы прыгали от радости, что кончилась война. Умение радоваться жизни и есть главный секрет долголетия, считает пенсионерка. Мавра Тимофеевна признается, что ни разу ни на кого не сердилась и ни с кем не ссорилась. Обаяние берет верх над возрастом. Старшее поколение, которое развивало город, которое, в общем-то, и воспитывало нас, сегодняшнее поколение, поэтому мы обязаны отдавать дань внимания и заботы старшему поколению. Внимание к старшему поколению – это не только инициатива местных властей, но и федеральная стратегия. Чествованию тружеников тыла посвящен указ президента. Не забывают о ветеране и на заводе. Часто приглашают на мероприятия, которые организуют в городе силами работников ПНТЗ. У нас такой председатель цехкома внимательный. Он вот так заботится о ветеранах. Вот он мне частым часто звонит, то на концерт пригласит, во дворец, то что-нибудь. В свой юбилей в качестве главного организатора сама виновница торжества. Мавра Тимофеевна отлично справляется по хозяйству, помогают в этом близкие. Я говорю, мама, так может ты не будешь ходить в магазин? Ну, мы принесем все тебе. Нет, что, как это? Нет, я буду сама ходить в магазин. Она любит ходить и покупать все, что ей нравится. Вот. Нравится и общаться с людьми. За чашкой чая виновница торжества не жалуется, а рассказывает о своей долгой жизни и большой семье. У Мавры Тимофеевны есть не только дочь, но также двое внуков и трое правнуков. Татьяна Резидент, Алексей Вербицкий, Дамир Харисов. Хроника дня.